Всем привет! Это Pioneer Digital School и проект Insight. Мы начинаем серию видеороликов, посвященных MIDI-контроллерам для Rekordbox DJ. И поэтапно будем рассматривать такие модели, как RB, RR, RX и RZ. Начнем мы, естественно, с самого младшего MIDI-контроллера в линейке – DDJ RB. Это MIDI-контроллер для начинающих, но его также используют активно уже известные диджаки, те, кто ценят мобильность и функционал, потому что он уже из коробки идет с полным ПО Rekordbox DJ. Итак, рассмотрим его поближе. Контроллер состоит из трех блоков. Два блока деки и третий блок микшерного пульта. Начнем с микшерного пульта. Классические органы управления, такие как кроссфейдер, фейдера и трехполосный эквалайзер, имеют обычное расположение. Надо обозначить, что в блоке микшера на каждом из каналов есть такие классические фильтры, как low-pass фильтр и high-pass фильтр. Также DJ может регулировать уровень громкости трека в канале при помощи кнопок Trim, который располагается над эквалайзером. В самом верху располагается кнопка выбора трека или плейлиста и кнопки загрузки в деке. Блок деки также оснащен всем необходимым. Кнопки Play, EQ, Jog и Pitch. Отдельно вынесены такие блоки, как управление эффектами, многофункциональные пэды и блок лупов. Также не забыли разработчики данного контроллера про для многих волшебную кнопку Sync и многофункциональную кнопку Shift. Более подробно с функционалом и спецификой работы блока эффектов, пэдов и лупов мы познакомимся в следующем видео. Сегодня мы познакомились с основными органами управления MIDI-контроллера DDJ RB. В следующем видео мы рассмотрим использование его функционала. Это был проект Pioneer DJ Insight от Pioneer DJ School. Подписывайтесь на наш канал и следите за новостями. Всем пока!